ты здороваться не будешь? После тебя. После меня. Ну ладно. Всем привет. Привет. В основном в Икее Нижний Новгород. Ну, по внешнему виду понятно, когда мы в один день делаем несколько обзоров. С вами неугомонные Просины. А я про нас потом расскажу. Давай сначала про диван расскажу, а потом про нас. Я сначала про Яндекс.Дзен. Теперь даже канал. Ну, давай. Давай кто кого перекричит. Еще раз. Да. Я тебя не слышу. Это возрастное. Привет, пенсия? Да. Ждем вас в нашем ресторане и желаем приятного аппетита. Теперь мы на Яндекс.Дзене. Я уже с какой-то обзор говорю, наверное, пятый, и многие уже могли запомнить, что преимущество Яндекс.Дзена по сравнению с Ютубом – это более ранние выпуски, более ранние ответы на ваши вопросы и отсутствие влогов. Там нет сибирского вообще. Там. Оно там отдельно. Заходим, подписываемся, пишем комментарии. А почему Дима дополнительно делает резерв на Яндекс.Дзен? На самом деле все просто. Ситуация меняется постоянно. Были уже такие моменты о закрытии некоторых каналов. Поэтому это дополнительная площадка, чтобы не получилось так, что вы встали, а Ютуба нет. И нас потерять. И нас потерять. Поэтому... Чтобы нас не потерять в будущем, рекомендуем вам перейти на Яндекс.Дзен и подписаться. Слушай, ну теперь возникает логичный вопрос. Чем же мы такие ценные, что нас страшно потерять? Давай теперь я тогда пиар-ход сделаю и расскажу. Ну давай. Мы являемся действующей службой доставки товаров IKEA в городе Саранск. Работаем с IKEA уже официально 10 лет, неофициально чуть больше. Офис находится на Большевицкой, 85. Машина ездит 2 раза в неделю. Там у нас сидят менеджеры, отличные девчонки, которые тоже много чего интересного знают, могут рассказать, проконсультировать. Также мы являемся непосредственно владельцами, авторами, ведущими, монтажерами, видеографами, в общем, все, что связано с каналом про IKEA. Вместе с мужем делаем это детище, ему уже почти 4 года. И так как про товары IKEA мы знаем все и даже больше, поэтому мы ценны, и нас не стоит терять и переходить на Дзен. Все? Минутка саморекламы закончилась, погнали рассказывать. Тоже давно назревал обзор. Ждали, когда будет все вот на месте, чтобы хорошо все стояло. Это серия Litgult. Litgult – самые дорогие диваны у IKEA. Дороже серии просто физически нет. Давайте разбираться, за что просят денег. Вот, Дим, чисто визуально, ты как считаешь, стоит этих денег серия? Нет. Я не оценил эту серию, честно говоря. Прикола не понял. По мне, намного интереснее перпендикулярно. Да. Вот это. Ну да, смотри, Ландкруна, при том, что и то кожаное, диван стоит 49, а у Litgult'а кресло стоит 47. То есть разница все-таки очевидна. Я вот эту саму мягкость, вот эту всю натуральность, я не понимаю. Воздушность, надутость. Для меня, как мой глаз перфекциониста, требует ровной геометрии. Минимальности. Нет, не то, что минимальность. А понятность, ровность. Да. Линии ровных. Да. Окей. Ну, на вкус и цвет фломастера разные. Вот. Товар есть, он пользуется спросом. Не такие, конечно, как другие серии, поэтому логично, что мы про него расскажем. Давай сначала матчасть. Угу. Серия Litgult. Чем она хороша? Это отдельные элементы. Вот перед вами кресло. Кресло состоит из середины. Это получается у нас называется одноместная секция и две боковушки с... Ну, который является боками кресла. То есть, фактически, вам надоело кресло, вы можете доставить еще одну секцию, и у вас получается диван. Значит, из одноместной секции получается кресло, из двух- либо трехместной секции получается двух- либо трехместный диван. Помимо этого, есть еще угловая секция. Вот она, с двумя подушками. Дмитрий Юрьевич, вы недалеко? Нормально. Я еще не привыкну никак. Угловая секция, боковушечки и вот такие вот торцевые секции с отделениями. Можно приставить вот сюда, сделать как козетку. Можно поставить рядом. Еще мы посмотрим дальше, есть даже диваны-кровати. То есть это такой конструктор.
Теперь давайте разбираться по материалу. Все это кожа, кожа крупнорогатого скота, окрашенная, гарантия 10 лет. Но эта кожа, чтобы она была у вас мягкой, эластичной, она требует ухода. Вот здесь подлокотники натертые, за ними явно когда-то ухаживали. Вот эта секция особо, походу, не особо давно из упаковки достатая, она помятая и такая вот, ну как в пятках. А я предполагаю, что наширкали покупатели руками. Наширкали. Ну, тоже, кстати, это естественное увлажнение. Человеческим жиром, потом. Вот, поэтому, вот, и чтобы вы, если вы хотите, чтобы выглядело вот так, нужно ухаживать. Не хотите, будет выглядеть вот так. Угу. Помад части, наверное, все, да? А кто-то рассказывает, вот этот диван, он не разбирается, чисто стоит сам по себе, не трансформируясь. А стоит он 170 тысяч. Угу. Вот эта вот рыжая штука стоит 170 тысяч. И сам вот каркас вот этого самого деревяшки, сама вот внутренняя невидимая часть, особо она не отличается от других диванов. Примерно состоит из того же самого. Фишка только в объемности и коже. Да, все, вот это вся цена, кожа и объемность. Ну давай, чтобы не быть голословным, заглянем. Такие же опилки, такие же недостатки. А чем меня поразила секция? Сразу скажу. Тут у сотрудников IKEA склад. Заначка. Ребят, я, конечно, понимаю все, но у торцевой секции стоимостью без малого 25 тысяч рупий, ну, у нее может быть какой-то, не знаю, механизм подъемный. Лифт небольшой, ну, да? Ну, да, как-то вот. Но вот это же явно никто не поставит. Кстати, смотри, вот здесь усиление, чтобы не провалилось, и оно легко продирается. То есть здесь железочка, то ли это так неаккуратно собирали. Еще такой момент, чехол можно снять. Зачем? Непонятно. Химчистку все равно не сдадите. Вот оно, кожа. Может, кто потом сапоги из этого шьет? Угу. Купил попользоваться. Там уже фабрику можно открыть, подшил. Так, внутряха. Воздуханы. Правильно Дима сказал, самые обычные ДСП. Вот я не знаю, тебе удобно будет вот с той стороны подойти, и вот там прям видно отверстие. Какой материал? Да все то же самое. Ну что тебе тут? Да вообще разницы никакой нет. Я пытаюсь найти, где сделано сие. Кстати, ребят, давайте по чесноку. Кому нравится? Ну прям без стеба. Потому что реально, может быть, кому-то нравится. Да, кто-то скажет, блин, я всю жизнь мечтал о таком диване. Треть цены, если убрать, мне она понравится. На 30%? Да. То есть вместо 170? Я соглашусь, что это кожа. Да, она стоит денег. Она стоит денег. Но не таких. То есть ты считаешь, что ценник априори завышен? Да. Нет, на самом деле кожаное сиденье эксплуатируется очень классно. У нас в прайме кожа. Мы довольны. Так, дальше давай смотреть. Сами секции. Сама секция состоит из двух подушек. Раз подушка, два подушка. Они на липучках. Здесь тоже, как мы уже сказали, все съемное. Внутри хорошие пенополиуретановые блоки. Дмитрий Юрьевич, вы сможете к нам подойти, ко мне и к блоку? Чехол, внутреннее усиление. Маскеева. Это, судя по всему, фамилия швеи либо сортировщицы. Что-то мне подсказывает, что это сделано в России. Куча мусора. Дальше здесь у нас сам пружинный блок, вот здесь, в основании. Стандартный пружинный блок. Здесь ничего не поднимается. То есть нельзя использовать ни для хранения, ни... То есть вот он, сцеплен. Вот эта боковушка, как мы уже говорили, она продается отдельно. Это отдельный артикульный номер. Из плюсов я вижу, это А, кожа, и Б, это все-таки возможность трансформирования. То есть ты можешь из дивана, как из детской серии, сделать растущую часть. Здесь ничего не съемно, то есть эта часть вот так, какая она есть. Едем дальше. Давай попробуем докопаться до угловой серии, до угловой секции. Вот она, угловушка. Подушки две на замке. То есть фишка угловой в чем? Если вы берете угловую, вы из нее уже потом сделать ничего не сможете. То есть нельзя угловую разобрать и применить, например, в другие секции. Вот она как есть. Вот она, угловая секция. Это единственное успокаивает. В каждой квартире есть угол. Что есть в каждой квартире? Угол. Угол. Так, то есть поняли. Трешка, однушка,
многоножка, ставьте как хотите. Диван очень холодный, то есть вот сейчас в Икее примерно, наверное, градусов 25, да, температура 23-25. Я предполагаю 24 даже. Не больше, ну не жарко. Или 23,5. Ну такая комфортная. И диван прям холодненький. Я сначала, честно, вообще расстроилась, когда вот, ну, мы стали смотреть по нему информацию, отзывы от клиентов и так далее. Сразу скажу, у нас ни разу это не заказывалось. Для Саранска это то ли дорого, то ли как-то самостоятельно заказывают. Поэтому нареканий, брака, нюансов нет. Информации где-то допом тоже по этой серии нет. Но и в оценке этой серии тоже не видно. Возможно, вероятность брака минимальна. Поэтому те, кто с этой серией живет, расскажите, как оно вам. И пойдем покажем диван-кровать из этой серии. Помнится, на этом месте мы бомбили диван Фрихтон. Помнишь? Mm-hmm. Потому что прям знакомое телодвижение. Так, перед нами за 162 999 трехместный диван-кровать в коричневой коже Литгульд. Давай его разбирать, что здесь есть. Значит, у нас в комплект входит два подлокотника. Дальше секция двухместного дивана-кровати. Дальше механизм дивана-кровати и пенополиуретановый матрас Малфорс. Сюда отдельно покупаете. То есть матрас вы можете подобрать сами. Повторюсь, это конструктор. Подголовники понятно, мы с ними разобрались. Подушки мы смотрели с вами в начале. Козетка. Поставить можете на любую сторону. Вот здесь уже есть лифт. Но он какой-то прям коротюсенький. Мне вот... Не, у Фрихтеля... На ли это повыше поднимается? Мне или кажется, нам так да. кажется? Может, за счет того, что очень толстый? Вот, как раз он тебе по ремень, да? Вот, нет, вот он даже. Верхнюю часть. Вот, сходить померить? Да. Так, вот сюда, пом? Или ты вместе со мной пойдешь? Видал сосун? Вот и я о том. Wash and go. Поэтому, говорю, у меня ощущение... Как будто мне что-то дернуть не дали. Это реально мало, это неудобно. То есть, если мы, например, говорим все-таки про раскладывание постели, это реально неудобный момент. Ты вот сам как считаешь? А ты точно прям на максимум открыл? Вот. Все. Все. Отодрать только если. Ну, соответственно, диван за такие бабки цельной. Можно разделять пространство. Ну, блин, за эти деньги. Угу. Люди машины за эти деньги покупают булочную, да? А почему нет? За 170 тысяч. Да? Она еще и проедет немножко. А? Она еще и покатается. Так, теперь давай смотреть механизм. Пойдем. Вот вопрос, а вот это куда все складывать? На пол. Так, то есть механизм раскладушка. Их столик мешает, к сожалению. Слушай, тут получается можно двоих уместить и одного ребенка. А? Двоих и одного ребенка. Ну да. У меня вопрос. А вот здесь у меня что? Подушки положишь. Угу. Да. Но дырка все равно будет. Ну что, как тебе? Я, говорит, предпочту кушетку Хэмна с хорошими матрасами, да? Фрихтон в коже. Или в Дермонте. Фрихтон и Дермонте. Так, то есть смотрите, матрас здесь подбираете вы самостоятельно, но толще Малфорса есть риск, что не залезет. Очень много действий для того, чтобы разобрать. Тань, безумно много действий. Ненужных. Да. Но я соглашусь, что это для гостей, не для постоянного сна, да? Для нежданных гостей, но даже такой факт, ну, очень много действий. Не знаю, я бы купила обычный диван. Нормальный. Да вот тот же Ланкрусту взять за 70, это лучше. Ну, каждый выбирает по себе. Поэтому наша задача была показать. Ваша задача принять решение, надо вам это или не надо. Кстати, данный товар ни разу не распродавался, ни разу не попадал, как говорила уже в оценку, ни разу не попадал по акции Kia Family. Жадина говядины. Соленые огурцы на полу валяются, никто их не ест.
Но удобно, сука. Удобно, Юрьевич. А Фрихтен, сбегай. Фрихтен не так удобно. Думаешь? Узнаю, потому что у Фрихтена, короче, спинка, а здесь мне прям под голову. И ножки во всю длину. То есть я здесь могу спать, здесь работать. А может, подушечку тебе отдельно купить, а? Мягкую. Дешевле кресло за 17 тысяч взять. Вот. Так, ну что, про линейку Litgold мы все, что хотели, вам рассказали. Теперь очень важно получить от вас обратную связь. Как оно вам? Нравится самим, не нравится, пользуется кто-то или нет, потому что именно ваш опыт будет решающим и ценным при выборе другим человеком данного предмета. Поселится он у него дома или нет. Не получится так, что человек реально выкинет до хрена денег. Или человек выберет и подберет то, что ему надо, и будет этим очень доволен. Кстати, хочу еще дополнить про диван-кровать. Вы можете его сделать даже двухместным. То есть убрать вот эту часть, прицепить подголовник, и у вас получится двухместный диван-кровать. Задумка, честно, интересная. Хотелось бы, чтобы IKEA побольше, наверное, таких трансформеров, что ли, делала. Но более бюджетных. Но доступных. Разной ценовой категории. Менее пушистый, как можно сказать, да? Такой объемный. Меньше пафоса, больше пользы. Да. Вот. Ну что, давайте прощаться. Всем пока. Пока-пока.